Сегодня учу делать внука котлетки. Ну вот, фарш есть. Сейчас нарежем лучок. И будет у нас на обед котлетки с пюре и салат. Окей. Петрушечку положили, 2 яйца, лучок, петрушечку. If you can make smaller, okay? Okay. Ну вот, за каникулы внук научился делать печенье, а теперь будет уметь делать котлеты. Положили черный перец молотый, положили чесночок, положили еще специи, специально сделанные для мяса. Был сварен где-то рис специально. Надо положить рис. Это я его. Так, сейчас найдем. Специально был отварен рис. Мы будем делать котлетки с рисом. Так, хорошо. Алёша, now put inside rice, okay? And same, do that. With my, okay. With your hands, yes. Not too much, but okay. Now, mixed. Okay, ну вот, теперь формируем котлетки. Обваливать не в муке, есть мука простая, есть рисовая, не будем. Чисто вот так сделаем. Они у нас, вот видите, много разных специй и рис внутри. И вот на большую сковороду. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут выйдет. You like cooking? Да. Да? Угу. Нравится готовить. Нам надо учиться тогда. Ну, хотя бы простые элементарные вещи, чтобы мог сделать. У меня сын великолепно готовит. Очень вкусно. Так что надо, чтобы внук тоже умел. Готовили сковороду большую. И ставим ее на огонь. Все. И на медленном огне. Сейчас накроем крышкой. И все это будет готовиться. Ну, it was easy? Да. Да, это было легко. Ну вот, хорошо. Ну вот, одна сторона немножечко подготовилась сейчас. Вот готовилась, надо аккуратненько перевернуть. Окей. Don't broke, Алёша, slowly. И внук будет уметь делать и котлетки. Орешки. Готовим салат. Положили туда цветную капусту, зелень немножко разную, чесночок. Алёша, put inside. Ложит внутрь. Вот, хорошо. Решили добавить еще редисочку. На очереди у нас помидор, огурец и, конечно, салат. Нарезаем помидорчик. На гарнир мы берем наш любимый басмати рис из индийского магазина. Он готовится очень быстро и очень вкусный на вкус. Промываем рис. Ну, теперь нарезаем салатик. You never don't make myself? No? Okay. Никогда не делал сам. Так что хорошие каникулы у внука.
многому научиться. Okay, and now put on the side. Mm-hmm. Put on the side and chop, 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 chop. Pieces. Little bit bigger, smaller, how you... Он очень любит огурцы, так что мы всегда в салат добавляем везде огурцы. Положили огурчики. Ну и очень вкусный акцент получается, когда добавляешь еще какие-то фрукты. Мне нравятся такие салаты. Сегодня мы положили сюда виноград. Иногда я добавляю сюда апельсиновые или мандариновые почищенные дольки. Пока почти уже готовы котлетки, варится рис. Он варится очень быстро, как закипит сразу же минут где-то 10, и он готов. И получается так, что сегодня мой внук научился делать обед, котлеты, приготовить рис и салат. Три вещи сразу на обед. Ну вот, рис готов. Осталось все разложить по тарелкам. Ну вот, по тарелкам разложили, и получается такой вкусненький обед. Сейчас перекусим, и надо бежать на улицу опять доделать то, что можно доделать. У нас еще 3 часа дня, так что вот, по сути дела, на все это приготовление заняло около часа, или даже не больше того. Спасибо за просмотр. Сегодня готовил мой внук Максим Алексей. И бабушка, конечно, руководствовала. Он делал вам все сам. Пока-пока.